Итак, шаг за шагом идет к своей мечте, пусть даже с поддержкой мамы. Это уже большая победа для Аксинии. Родилась она раньше срока и весом всего в 1 килограмм. Забота врачей и любовь близких сотворила чудо. Малышку спасли, но вот проблемы со здоровьем остались у нее ДЦП. Диагноз – детский церебральный паралич, спастическая диплегия. Она не может сама встать на ножки, не может ходить, передвигается при помощи ползания маленько. Каждый год по несколько реабилитаций. Есть результаты. Аксинья научилась сидеть, держать ручки, знает даже геометрические фигуры. Готова пойти и в школу. Я хочу вообще в школу ходить, как старшие братья. В школу ходить, как старшие брат с сестрой, да? Да. До школы еще 2 года, но времени мало. Аксинье нужно научиться ходить. Помочь в этом обещали московские специалисты. Пригласили на реабилитацию. Только стоимость ее 200 тысяч рублей. Надеюсь на их уколы аминокислотами, что у нас продвижение будет вперед. Расслабит те места мышцы, где надо укрепит. Где надо. Да, и все-таки мы поднимемся на ножки, Бог даст, первые шаги начнем делать. Врачи дают оптимистичные прогнозы. Девочка сможет ходить. Главное, как можно быстрее попасть к специалистам. Но найти такую сумму, а это 200 тысяч, за короткое время семье не под силу. Поэтому надежда на помощь телезрителей. Нужно отправить смс со словом «дети» на номер 5542. Стоимость сообщений 75 рублей. А если вы хотите внести большую сумму, подробности на сайте нашей телекомпании и Русфонда.